Мои любимые доктор Корнер хлебцы хрустящие гречневые. В составе крупа гречневой ядрицы и с витаминами минеральная. Но процент витаминов здесь, конечно, незначительный. Самое главное, что в составе нет ничего лишнего. Обычно беру их. Будьте внимательны. Доктор Корнер есть другие хлебцы. Клюквенные, написано без сахара. Смотрим состав. Так, пшеница, это углевод, крупа рисовая, углевод, фруктоза, углевод, крупа гречневая, углевод, ароматизатор натуральный клюквенный, это химикат, соль, ладно, подсластитель сукралоза, углевод, сок клюквенный, углевод. Столько углеводов. Хлебцы тонкие, доктор Корнер. Прованские травы. Смотрим состав. Кукуруза. Крупа кукурузная, крупа рисовая, пряности, прованские травы, соль йодированная. Состав неплохой, но кукурузу я не очень люблю, потому что это обычно ГМОшный продукт. Поэтому из всех видов хлебцев доктор Корнер желательно выбирать вот эти. Естественно, для тех, кто следит за своей фигурой.